Точно. Просто сказка зимняя. Если уберешь, то это будет очень больно природе. Пик! Пик! Ну, что? Давайте. Кость. Ты хочешь меня, Гарри, завалить, да? Ну, держитесь. Меня преследуют. Папочка, а как там все? А как там все? А где там все? Да вот та самая любовь к людям, потому что а что, я чувствую нужность свою. Как только я перестану чувствовать это, да ничего меня уже не заставит выйти на сцену. Я займусь чем-то другим, где я нужна. Это мой промежуток времени, который называется жизнь. И практически я ее сполна отдаю окружающему миру и людям, которые меня окружают в этом мире. Это моя цель, это мое средство, это мои средства любые. И это мое счастье. Так что спасибо вам всем, кто приходил, приходит и, надеюсь, будет приходить, пока у нас есть взаимное желание властвовать друг над другом. Ведь вы та же самая власть, а я просто практически слуга в жизни. А на сцене меняемся ролями. Я эту историю узнал как бы из первых рук. У меня были концерты в Харькове, и у Максима Галкина были концерты. Мы жили в одной гостинице, и вдруг появляется Мало. Это было так клево. Я вечером захожу, давайте будем смотреть телевизор. Включаем телевизор, и как-то ха-ха, вот это все, и как-то чуть-чуть что-то не склеивается. И тут то ли Макс вышел, короче, она меня вытаскивает так вот в коридор, говорит, ты что, не понял, что ли? Давай отсюда. Все. Что все? Вот тут. Спортсмен. Тоже мне. Оно тебе надо вот это вот все? Ну ладно, такой монолог ворчащий. Нет, ты просто молча, это смешно будет. Молча. Ну это нарежь потом, давай. Ну подожди, Алыш, давай. Зачем тебе этот ужас снимать? Ты зачем я пела всю жизнь? Да. Когда я такой великолепный. У тебя такой дар, действительно. Массажист. Так ты сейчас можешь, вот ты сейчас петь не хочешь. Я тебя отправлю на заработки. Ты же поющий массажист. Не прожить нам в мире этом. Не прожить нам в мире этом. Без потерь. Без потерь. Надо в конце еще так вот, как делать. Нет, так еще вот так вот. Вот, приятного там чего-то. Ну, что-то говорят обычно. Так вот, сколько вы берете.